профессии по любви. После окончания педагогического вуза Елена Тухватуллина, победительница в номинации «Признание», не раздумывая, пошла работать в школу. И вот уже 3 года трудится учителем в 68-м лицее. Я считаю, что работа учителя – это работа по призванию. Я очень люблю детей, именно поэтому выбрала эту профессию. Вручил Елене заслуженную награду мэр столицы Ратмир Мавлиев. С приветственным словом он обратился к участникам городского конкурса «Учитель года». Всех здесь присутствующих, всех участников данного конкурса я хочу поблагодарить и сказать, что вы уже победители, поскольку вы среди лучших из лучших. За звание лучших в конкурсе «Учитель года» в этом году боролись 60 педагогов, половина из которых – молодые специалисты. Они прошли, что называется, огонь, воду и медные трубы. На протяжении целого месяца учителя проводили уроки, мастер-классы, разговоры со школьниками и рассказывали о себе членам жюри. За все время существования конкурса неизменным остается одно – его участники не перестают удивлять. Потому что народ ищущий. Они очень быстро находят применение той практики, которая существует сегодня в школе, в индивидуальной практике. По результатам конкурсных испытаний учителем года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана стала педагог Центра образования номер 51 Азалия Хурамшина. Она считает, что ее главная задача – воспитать в ребенке разностороннюю личность. Поскольку у нас многонациональная республика, поэтому мы воспитываем толерантную личность – любовь не только к своему родному языку, но и к другим культурам, к другим языкам. Абсолютным победителем конкурса и обладателем звания «Учитель года» столицы Башкортостана стал педагог 105-й школы Сергей Наумов. Он признается, что нелегкий путь помогла преодолеть не только любовь к детям, но и поддержка наставников и семьи. Многие, кстати, боятся идти. Я советую не бояться, верить в свои силы и всегда верить в себя в первую очередь и достигать результатов. Лучших педагогов в Уфе выбирают ежегодно. Всего за 27 лет существования городского конкурса «Учитель года» столицы Башкортостана в нем приняли участие больше 2500 человек, а лауреатами стали свыше 500 учителей. Алина Акчурина, Рустам Лукманов, вся Уфа.